Всем привет! Вы на канале ТВ и распаковки. Сегодня будет рубрика ТВ. Продолжаю вас знакомить с Т2 тюнерами, спутниковыми комбо и так далее. И сегодня мне на обзор попал вот такой тюнерок Sant Integral 5052 Т2 Mini. Это тюнер компании Sant Integral. Ну, все привыкли, что они выпускают спутниковые тюнерки. А вот это Т2. Вот такая длинненькая коробочка. Здесь такая узенькая, здесь длинная. Такая интересная. Здесь на коробке написано EPG, PRV Ready, USB, YouTube пишет, что поддерживает IPTV, работает с Wi-Fi адаптером, Full HD 1080. Но в Украине пока каналы идут в формате 720p, но это на будущее. Так, что здесь у нас подписано? Сейчас мы почитаем. Поддержка Full HD. Так, полная совместимость DVT-2, MP4, кодек H264, диапазон частот 150-860 МГц, память на 5000 каналов. Ну, у нас пока 32. Экранное меню. 2 USB для мультимедиа и Wi-Fi. Это очень большой плюс, что 2 USB можно одновременно и передачи записывать, и работать с Wi-Fi устройством. Медиаплеер с поддержкой популярных форматов. Видеокомпрессия MP2, MP1 поддерживает, MP4. Аудиокомпрессия MP1, MP2, MP3 аудио, стерео, формат видео MP2. VDVX Plus, QuickTime, МКВ, в общем, много всяких форматов поддерживает, форматы аудио MP3, формат фото поддерживает, питание антенны 5 вольт, обновление ПУ через USB, в общем, все по красоте. Открываем коробочку и смотрим комплектацию. Вот так открывается коробочка. Сейчас мы тюнерок пока отложим, посмотрим на комплектацию. В комплекте идет шнур тюльпаны. Ну, пока в Т2 тюнеры еще не ложат HDMI. Ну, тюльпаны тоже удобно к старым телевизорам, кстати, подключать. Вот. Есть батареечки в комплекте. Сат интегралы ложат батарейки. Блок питания 5 вольт 1,5 ампера. Так, вот такой стандартный SAT интеграловский пульт. О, хороший, удобный. Так, вот такой гель против влаги. Сейчас интеграл старается во все коробочки ложить. Вот этот гель. И инструкция. Посібник користувача на украинском языке, где подробно все описано, как подключить, как настроить. Все здесь есть. Ну и вот и все. И сам тюнерок такой маленький, чуть больше пачки сигарет. Спереди такая пленочка, USB выход. Вот. Дальше USB выход, HDMI выход, входы антенны Т2, выходы тюльпаны, блок питания. Здесь внизу вентиляция, так что он дышать будет. Ну вот такой маленький компактный тюнерок. Так что вот так. Можно, например, не знаю, спереди поставить такой маленький, здесь должен быть циферблат. И здесь инфракрасный датчик. Не знаю, конечно, зачем, в комплекте его нет. Может, отдельно нужно стоит докупать и прятать за телевизор и выносить наперед. Но в комплекте вот инфракрасный датчик не идет. Но выход сделали. Такой тюнерок. А теперь подключим к телевизору, посмотрим на меню. Как работает интернет-приложение, подключим Wi-Fi. Ну и посмотрим, на что он способен. Итак, подключаем наш тюнерок к телевизору, включаем и посмотрим, как он будет работать. Так, пошло включение. Пока синий экран, вот надпись SAT Integral.
и выскакивает первая настройка. Для начала нужно выбрать язык меню. Мы выберем язык русский, выбор страны Украина. Питание антенны 5 вольт. Ну, у меня как наружная антенна, так и. Поэтому я включаю автонумерация. Включим и начинаем поиск. Пошел поиск каналов. Каналы начали сканироваться. У меня наружная антенна, поэтому в основном каналы ловит из двух вышек. Ну, в Украине 32 канала, но у меня ловит 64. Ну, сейчас посмотрим, какие каналы поймаются. Уже 24 отсканировало. Так, 32 канала уже есть. Сейчас посмотрим, пойдет ли дальше поиск. Так. Ну вот, каналы отсканировалось. Ну, картинка мне нравится, интересная. Хорошо все показывает. Ну, теперь пройдемся по меню. Итак, пройдемся по меню. У меню у нас есть Free IPTV, Stalker портал, YouTube и онлайн видео. Вот такие у нас YouTube. Теперь посмотрим, что у нас в режиме приложения. Вот это оно все и есть. Также у нас есть режим вот мультимедиа, это здесь можно смотреть фотографии, вот фильмы, потом музыка, видео, фотографии и файлы. Это в режиме мультимедиа. Ну и больше так ничего в этом тюнерке нет. Настройка системы. Вот, это уже я вам показывал. И установки. Вот такой тюнерок. Есть минимум все основное. YouTube, Megago, нужно установить новую прошивочку, и все будет работать, если не работает. SAT Integral постоянно выпускает прошивки, обновляется, так что это не проблема. Вот такое неплохое меню кирпичиками. Вот такой тюнерок. Бюджетный, недорогой мини-тюнер для Т2 на дачу куда-то поставить, или еще больше вам ничего и не надо. Вот такой был обзор на тюнерок. Так что как разновидность Т2 тюнеров, можно брать, смотреть. Сейчас Т2 тюнеров очень много, и SAT Integral тоже уже выпустили свой вариант. Дисплей есть так и на тюнере, и так можно отдельно и сделать и выход на инфракрасный датчик. Но в комплекте его нет, нужно отдельно докупать. Работает с Wi-Fi адаптерами. Есть выход HDMI, выход тюльпаны. Так что тюнерок интересный, интересное меню. Прекрасно работает, картинка мне нравится. Так что вот такой. Все. Если видео понравилось, ставьте лайки, не понравилось — дизлайки. И до новых встреч. Буду дальше вам делать обзоры и знакомить и с спутниковыми Т2 тюнерами или комбо. До новых встреч. Всем пока-пока.